Всем доброго времени суток, с вами Анми, мы с вами продолжаем играть в Сталкер, Зов Припяти с модом SGM. В прошлой серии мы закончили в этой деревушке. Я сразу не заметил, видите, там вдалеке Чернобыльская АЭС, я так понимаю. Не знаю, насколько это на записи будет хорошо видно, но очень здорово дальняя прорисовка идет. И, в общем-то, я поговорил с своими друзьями, мне подсказали, где нам надо искать этот военный груз. То есть, соответственно, получилось, что я шел совсем не туда, где он находится. Надо идти искать его. Помните, мы где мы винторез нашли? Вот, да-да-да, я не знаю, опять же, насколько это на записи будет видно. Вот там, где вагончики, помните, мы один лагерь там зачистили в свое время вдоль забора, когда шли. Ну, совершенно случайно тоже искали и не заметили проход в заборе. В общем-то, это оказалось именно там. И, ну, вернее, где там? Ну, вот где-то там. То есть я точно не знаю, где. Сейчас мы вместе с вами это посмотрим. И решил я это сделать под запись. Просто соскучился, честно говоря, по игре. Вот где-то там. И поэтому хочу немножечко даже просто пробежаться, может быть. Так, давайте пойдем вдоль забора. Так, нам главное сейчас радиации не нахватать. Потому что в воде, как вы помните, долбит радиация. Но у нас вроде какой-то был там артефакт, который снимал эту самую радиацию. Поэтому, может быть, нам и повезет. Так. Так. Надо следить. Ну, там мы всех перебили. Вот мне сказали, что это где-то вот в этих вагончиках. Потому что сам бы я, честно говоря, даже не знал, куда уже бежать. Вроде как мы тут с вами все отбегали. Просто у меня уже не было даже вариантов. Так, я хочу сохраниться на всякий случай. Так. Так, мы нашли. Армейская поклажа, найти военный груз. Да, отлично. Хорошо, что мне подсказали, иначе я не знаю, сколько бы времени еще на все потратил. Осталось его забрать. Единственная проблема, у нас очень сильный перегруз. И я не знаю, даже мне жалко что-то выкидывать. Поэтому я пытаюсь сейчас медленно двигаться вперед. Да, и все. И мы вообще теперь, наверное, сдвинуться с места не можем. Передать поклажу связному. Здорово. Но только теперь придется нам что-то выкинуть. И как бы я ни хотел, наверное, все-таки это будет Л-85. Как бы я ни хотел, это будет Л-85. Ну, давайте вот попробуем потихонечку выкидывать. Ну, у нас перегруз на 19 килограмм. Я не думаю, что как-то мы сможем это побороть. Даже очень обидно, потому что я хотел бы себе какую-то все-таки винтовочку с прицелом. Ну, да бог с ней. Теперь уже ничего не сделаешь. Да и к тому же здесь не очень-то покупают поломанное оружие. И выпьем. 714 килограмм у нас перегруз. Но, может быть, он пойдет. Нет, не может он пока двигаться. Сколько же весит эта коробка-то? 10 килограмм. Обалдеть, обалдеть. Ну, давайте для пистолета тогда выбрасываем. Вот это выбрасываем. Сколько они весят, кстати? Сколько они весят? 0,7. То есть на килограмм мы всего, грубо говоря, мы почти на 2 разгрузимся. Это не особо нам поможет. Гранат. С гранатами у нас 22 гранаты. Ну, тогда вот эту выбросим. Гранаты, потому что... Ну, гранаты тоже не очень-то весят. Выбрасываем все. Выбросить. Могли бы это все это продать, конечно. И было бы нам счастье, но не дает нам игра. Ну, надеюсь, сейчас ты пойдешь. Да хватит уже, ты что? Всего 10 килограмм перегруз. Поедим тогда. А водка сколько? Водки выпьем. Выбросим всю остальную. И, ну, я не знаю, уже 67 килограмм. Да, 7 килограмм нормально уже. И теперь идти к связному. Осталось бы узнать, где этот связной. Есть здесь какие-то пометки на карте? Да. И опять возвращаться назад. Да кто б...
Сколько я уже говорил о том, что игра замечательная, все замечательное, а мод замечательный, кроме одного момента. Ребята, нафига было делать столько лишней беготни туда-сюда? Вот я честно не понимаю этого. И все мне очень нравится, все атмосферно, все очень круто, все необычно, но вот эта беготня, она просто убивает. Так, что же это за связной? Там у нас все были зоны зачищены. Еще раз я сейчас посмотрю. Может быть, где это? Где связной? Странно. Ладно. У нас жалко, Геркулеса нет. Я бы сейчас, честно говоря, Геркулеса навернул. И, естественно, мы бы пошли быстрее. Так, аккуратно, аккуратно. Хотя у нас столько аптечек и всего остального, что можем просто на пролом, мне кажется, идти через эти аномалии. И все равно ничего они нам не сделают. Единственное, до сих пор опасаюсь встретить каких-нибудь там кровососов. Как вы помните, в прошлой серии, ну, очень много они мне проблем доставили. Было очень неприятно. Так вообще, опять же, в ту сторону бегут. Я как-то так увлекаюсь иногда. Да, все прям ровно вот так нам и надо как-то идти. Сейчас мы наберем ползунок. Опять нет у нас больше ничего выпить. Не знаю, давайте еще одну. Съедим консерву. Консерву. И еще одни консервы. И чуть-чуть у нас еще разгрузится. Прям совсем на чуть-чуть. И, ну, мы хотя бы сможем... Может быть, чуть-чуть дольше передвигаться как-то, я не знаю. Деревья красивые очень. Хорошо, очень-очень здорово. Ух ты уж, очень сделана здоровая игрушка, согласитесь. Тем более, с учетом, это каких годов она. Так, еще далеко. Еще далеко. Здесь мы уже всех поперебили, во всех возможных сериях мы зачистили всю зону, поэтому здесь опасаться, я думаю, что уже просто некого. Еще разочек, я просто смотрю, как удобнее будет обойти здесь. Ну да, наверное, все-таки вот здесь будет поудобнее. Не хочется мне идти через воду, как вы помните, она долбит радиацией очень неплохо. Хотя мы, ну, сейчас у нас есть возможности лечиться от этой самой радиации, но... Тоже лишний раз попадать под действие радиации не хочется. Ох. Ну, как я и говорил, вот мы прошли через нее, и фактически нам это никакого ущерба не нам. Ну, то есть есть ущерб, конечно, но не настолько критичный, чтобы можно было его бояться. То есть у нас много аптечек, много всяких лекарств для того, чтобы избавляться от всей этой гадости. Так, и, видимо, нам вот туда. Все, я думал, где же это будет. И оказывается, это будет на самой вышке. Ну, там тоже уже все зачищено. Там бояться некого. Если, конечно, там опять заново все не появилось. Ну, кто там? Бандиты только могут появиться. Военные-то мы сами военные, поэтому... Именно здесь опасаться нечего. Музыка такая нагнетает, да? Очень, конечно, здорово, очень здорово. Давай. Давай, Дегтярев. Это связной, надеюсь, да, зелененький. Отлично. Только я забыл. А, все. Хотел сказать, забыл, как убирать оружие, и тут же моментально вспомнил. Хотя не играл в эту игрушку, наверное, уже месяц. Смотрите. Не знаю, насколько это на записи будет видно. У него такое впечатление, что рядом с ним какой-то еще такой привидение. То есть тень, но она почему-то прям не на земле, а рядом с ним. То есть, надеюсь, это будет вам видно. Очень забавно это смотрится. Связной Тарасов. Поклажа при вас. Так точно, вот она. Отличная работа, майор. Следуйте теперь на Затон. Пути открыты. Получены координаты ранее найденного тайника, получены координаты тайника болота, армейская поклажа, следовать на Затон. Принято, до свидания. Ты с нами не хочешь пройтись, или, может быть, ты нас
проведешь. Но, СБУшник, СБУшник. Нет, не хочет он с нами общаться, если он в лицо прям... Нет, не хочет он абсолютно с нами никак контактировать. И смотрим, куда нас отправляют. И мы бежим ровно в то же место, откуда только что пришли. Ну, о чем я пару минут назад и говорил. Ладно, не будем придираться уже. Зато мы разгрузились, и теперь мы сможем спокойно бежать все это время. Сейчас мы быстро вернемся на место и продолжим уже наконец-то. На Затон, кстати, это, я так понимаю, уже все, мы уходим из мода СГМ, и теперь у нас путь лежит напрямую именно в Зов Припяти, то есть оригинальную версию. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, я хотел узнать, кстати, что такое зеленый вот это, зеленый туман, и вот я узнал. Ну и хорошо, теперь на будущее не буду себе ломать голову, а то я его постоянно обходил, но вот мы прошли прям насквозь, и ничего с нами по большому счету не случилось. Здесь очень все здорово. Деревца. Согласитесь, сколько же труда вот было вложено в эту игру. Представляете, как все прорисовано. Я до сих пор играю и просто наслаждаюсь картинкой. Картинкой, атмосферой. То есть очень, очень все здорово. Мы совсем уже близко. Очень приятно, что мы можем все это время бежать, а не идти, как это было раньше. Так надо сохраниться. То не дай бог чего, и переигрывать все это будет. Переживать даже, я бы сказал. Не очень-то приятно. Так, у меня уже галлюцинация. Мне показалось, что справа кто-то разговаривает. И, насколько я помню, здесь было все заминировано. То есть нам сейчас, видимо... Придется очень аккуратно все это дело обходить. И мы можем, если не пропали, наверное, собрать наши вещи. И когда мы появимся в другой зоне, все это продать. Да, мы сейчас все это соберем. А я переживал. Так, это что такое? Ну, почему-то психоделики. Не хочет он собирать, смотрите, психоделики. Почему-то. Собирай. Собирай. Нет, почему-то вот это вот уже не собирается вещи. Не знаю, с чем это связано. Непонятно. Вроде как и место даже есть еще. Сколько у нас? 67. На 7 килограмм мы перегружены, но... Так, вы видите, впереди мины. А сюда ли нам надо? А то я сейчас опять... Давайте я сохранюсь, потому что сейчас нам предстоит очень интересный проход. Даже не знаю, каким образом. Вот здесь у нас уже под ногами где-то мины. Камушек. Что-то как-то я не очень понимаю, как-то обходить все дело. Я, честно говоря, абсолютно не понимаю, как туда пройти. Рокет-джамп какой-нибудь. Очень аккуратно, если вот... Ну, смотрите, периодически они пропадают почему-то передо мной. Это видно на радаре, да? Это дает нам возможность потихонечку вот так идти. Если так и продолжат они пропадать, мы спокойно сможем пройти. То есть раньше, может быть, это связано с тем, что у нас уже по заданию это как бы нужно теперь, чтобы они пропадали. То есть они щелкают, слышите, но даже вполне возможно, что мы на них наступаем, но они не взрываются. Так, я лучше на всякий случай сохранюсь, а то я сейчас при слове «не взрывается». Да, все, мы наконец-то дошли на Затон. Переход с болот на Затон. И... С замиранием сердца я, конечно, жду, что же будет здесь. Ой, я счастлив, что мы дошли. Очень я доволен. Ну. И ночь. Так, кто-то к нам бежит. Надеюсь, это друг, а не враг. Ну да. Все, вроде пока
Мирные ребята. Привет, сталкер. Если ты на Скадовск двигаешься, могу предложить малость подзаработать. На Скадовск-то оно на Скадовск. Только вот я здесь недавно, и где Скадовск этот без памяти, без понятия. А так не вопрос. Деньжата лишними не будут. Вот и договорились. Держи. Это моя посылка. Ее нужно отдать Марковичу. Он на Скадовске сберегателем числится. Просто отдай, скажи, от Петьки... Абонент плата. Эй, стой. С артефактами тут, конечно, пожирнее будет. Так, абонент плата. Я бы и сам отнес, но у меня тут дела есть важные. А Маркович кипиш поднимет. Прострочка, счетчик и все такое. Ну как, выручишь? Да, сказал же, помогу. Только где этот Скадовск, ты хоть пальцем укажи. Скадовск... Так, Скадовск там, вон там, видишь? Нет. Ладно, вон, смотри, вольно идет. Потолкуй с ним, если договоришься, он тебя проведет. Только не тяни, а то Маркович действительно за просрочку насчитает. И, кстати, о награде тоже с ним переговори. А то все мое уже в сейфе в этом. А мне пора, бывай. Понял. Ну что, пойдем с вами... Так, стоп, а где? С каким сталкером ты должен поговорить, если он просто пропал? Подвинул нас сначала, сместил и просто взял и исчез. Ну здорово, и у нас опять перегруз, мы будем опять двигаться фиг знает сколько. Где тут второй сталкер? Все, он просто пропал. А нет, вот он. Сейчас мы его догоним, поговорим и отправимся, видимо, на Скадовск. Сразу скажу, ребят, я здесь впервые, абсолютно не ориентируюсь, поэтому... Что, у них совсем совесть? Так, генеральный штаб, майор, как стало известно, да, только что некие подробности крушения вертолетов, возможно, знает кто-то на Скадовске, месте укрытия сталкеров. Из неофициального источника следует, что этот тамошний сберегатель. Ваша задача найти сберегателя и заполучить ценную информацию, если такова имеет место быть. О, здравствуйте. Доброго здоровья, где Скадовск, знаешь? Конечно, еще как знаю, могу даже провести. Мне нужно там кое-что подобрать. Ну что, пойдем? Да, пожалуй, только дорогу покороче выбери. Времени не густо. То есть мы вот так в пешем режиме, ну окей. А еще раз с тобой поговорить, Вася. Вась. Может, переночуем где, Вась? Ну реально, что-то сыкотно вот так-то бежать. По карте посмотрим. Так, куда он меня ведет-то? Здесь выход. Вася, ты стой. Вася, стой. Вася, я подустал. Я, честно говоря, не очень понимаю, куда он меня ведет, потому что... Судя по карте, мы идем абсолютно не туда. Как-то он... Интересно. Я ему сказал, покороче дорогу выбери, а он, видимо, выбрал подлиннее. Или он обходит вот этот зеленый туман. Очень интересно, конечно, как он пошел. Давайте посмотрим еще раз на карту. Но такими темпами, слушайте, мы вообще не доберемся до Скадовска, потому что давайте его, наверное, оставим и пойдем своей дорогой, потому что иначе это глуповато. Конечно, одному здесь будет мне опасно, так как у меня перегруз, все дела, но это лучше, чем сейчас по кругу бегать по карте. Видимо, его там что-то заглючило. Понимать, куда вообще идти. Лягушки. Вода. Надеюсь, я тут не утону. Ух. Поход добраться до Скадовска. Ну да, я пытаюсь. Пугает очень. Какая-то там война. Я не вижу, кто с кем воюет. Цели хотя бы. Давайте еще раз на карту посмотрим. Так, я, по-моему, тоже не туда куда-то иду. Слышу крики. А будем надеяться, что это кто-то из сталкеров. Может быть, кто-то...
Так, это сталкеры, да. Во всяком случае, вот это те, кто остался в живых. Не знаю, с кем они тут перестреливались. Если тебе перетереть, что надо, вон пахам. Да нет, это не сталкеры. Давайте поторгуем, кстати говоря. Потому что нам не нужны, например, вот эти патроны. Эй, да что за привычка-то? Со всеми пахан, вопросами вали к бригадным. Бригадный ты это? Бригада. Дальше не скажу, но есть очень такая смешная поговорка. Наверное, вот эти патрончики. Они мне тоже как бы пока что не нужны. И продать. Надеюсь, я продал, нет? Или он опять... Да ты перестанешь ходить или нет? Или я сейчас достану оружие свое? Так хотя бы давайте быстренько вот эти скинем. Продать. То это так никогда не закончится. Ну, типа, так будет бродить вот эти... Ну, типа, привет. Типа, пока давай. Как насчет одного дела? Тебе что-нибудь известно об упавших вертолетах? Слышишь, ну какие нахрен вертолеты? Ну, те, которые с двух пузырей бывают, да, суровая правда жизни. А те, которые по небу летают, это же для нас, это Гёте, о, высокая поэзия. Ладно, короче, он ничего не знает. Тут уже... Собачка. Чё за нафиг? Дай. Собаке никак не попаду. Да сдохни ты. Вы не против меня, надеюсь? Там двигаетесь, пацаны. Так, давайте, ладно, посмотрим, а то я уже потерялся, куда я шел. Как-то неожиданно так все это происходит. Ладно, берем дробовик и вперед. Хорошо, хоть чуть-чуть разгрузились с этими патронами. Нифига не видно. Хоть бандитов встретили, хоть чуть-чуть продали. Продали чуть-чуть нашего скраба. Какой-то мостик. Так, а я сюда вообще иду? Да, вроде бы, пока что. Да что? Да сколько вас тут? Быстро перезаряжаемся. Да сдохни ты! Быстро перезаряжаем. Там еще один был, там их трое, по-моему, было. Ух, вот это путешествие. Доскадовск. Ну так, Доскадовска, фиг дойдем. Так, я жрать, что ли, хочу? Давайте консервы тогда навернем. Нет, третий, по-моему, убежал. Не захотел он с нами связываться. Это хорошо, надо сохраниться. Еще раз карту посмотреть. Уже боюсь я. Слушайте, далековато. Но у нас подвел сталкер в самом начале, который должен был нас отвезти, но он почему-то решил пойти без нас. Ну, вернее, я не знаю, куда он решил вообще пойти. Он как-то... Видите впереди? Что это такое? Разлом, я чуть не провалился куда-то еще вдобавок ко всему. Так, а вот это огонек, это случайно не Скадовск? Да, очень похоже на Скадовск. Это единственный огонек в темноте. Будем двигаться тогда на этот огонек, потому что я... мало того, что ничего не вижу, так еще ничего здесь не знаю. Так, я еще и истощен, замечательно. Еще и фриз какой-то, и фризы какие-то пошли. Да, замечательно. Дом стоит, свет горит. Да, не по себе здесь, конечно, ночью. Скадовск, да, отлично. Это все-таки Скадовск. Радует, что мы до него как-то пока что добираемся. Вроде бы сейчас должны дойти мы без приключений уже. Да, в принципе, по большому счету, такие приключения. Ну, мы уже были подготовлены к... Так, кто-то там ржет так. Да сейчас я спрячу. Да все убрал. Нет, не убрал. Вру.
Так, а как туда попасть-то? Я что-то не очень понял. Так. Так, здесь мы уже с вами были только что. Как туда залезть-то? Что такое? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот. Ребята! Сталкеры, интересно, или бандиты? Тихо. Ранг повышен, кстати, плюс один. Даже не знаю, за что дали, но... Музыка. Да я... Подожди. Да сейчас спрячу, подожди. Видишь ящик? Нет. Не ломается он почему-то. Так. Наконец-то я добрался. Я добрался самостоятельно. Ух, ребятки. Так, что-то я не очень понял. Что случилось-то? А, вот. Можно вот эта комнатка будет моей? Привет, пацаны. Бандит? Нет, с бандитами я что-то не очень хочу разговаривать. Ну, типа я слушаю. Шустрила. А давайте, ладно, посмотрим. Может, хочу сделать заказ. Вот, здесь можно сделать заказ будет. А что можно заказать? Пистолет, оружие ближнего боя, штурмовое, снайперская бронезащита. Нифига ты играть не умеешь. 44, нет, ну у меня таких денег нет. Отлично. А ты кто? Разбивались тут в стае. Ну, точно звери по цвету шкуры. Ну, пока что нам от них ничего не нужно, как показывает. То ли нас от зоны, то ли практика. Зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им... Тима Мутный. Что бы тебе такое продать? Да почему оружие никто не покупает, а? А что за чего там? А, посылка же, да. Так, пойдемте найдем кому. Быстрее, балабонь. В руки не брал. Ты кто такой? Меч. Здравствуй, сталкер. Мое имя Меч. Я здесь на Затоне, главный по спецоперациям. Если желаешь подзаработать, у меня есть одно серьезное дело. В другой раз. Я сейчас просто хочу осмотреться и узнать, где здесь и что. Торговля. Ух ты, смотрите. А здесь да уже можно продать. Если ух есть что, ты. Выкладывай. Нет, проваливай. Бронза Ченза 39. Здорово. И намного круче нашего. И намного круче нашего. Да и, кстати, комбинезон заряд, который мы выкинули, сейчас показывает, что он тоже лучше нашего. Как такое может быть? Очень странно, на самом деле, все это дело. А вот подствольник за 3000, который мы потеряли в свое время. Ух ты, здорово. Так, а интересно, подождите. А, да, смотрите, здорово, прицел. Здорово. Сколько он стоит? 1200. Я его беру. Я беру его, беру, наверное, подствольник. Или у нас... Нет, у нас нет подствольника. Беру подствольник. А, вот эту мы продаем за 400, да? Ну и фиг с ними. 4000... Зато у нас теперь будет... Так, это хуже, да? Хотя шлем намного круче. Так, вот гранатки, кстати, для подствольника. Ну, я думаю, мы их найдем, пока не будем на это тратиться. Им хорошо. М203. Здесь, кстати, они разные. Смотрите, есть такие. В общем, я не знаю. Ух ты, а вот это. Нет, а это вот, видите, не подходит, да, прицел. Ну и здорово. В общем, мы нашли наконец-то прицел. В общем, я очень рад, это продаем. Так, это мы сейчас все прицепим. Только я забыл опять, как это все делать. По-моему, вот так сначала, потом вот так, да? Нет? Да елки-палки, как я это как-то же делал? А, я знаю как. Потому что надо выйти из торговли и уже сделать это в нормальных условиях. Обалдеть. Все, я просто счастлив. Я счастлив до безумия. Честно вам скажу. Давай. Мне нравится. Ну как, узнал что-нибудь о Сороке? Да где не спрашивал, все до задницы. Что там? Вообще никаких слухов.
будто и не было его никогда. Это скотина, нужна медицинская помощь. Что сбежал. Далее. Так, вот и все, можешь идти. Потерпи. Отлично. Доктор, то сказал, есть сюда можно продавать будет всякие аптечки, да? Давай вот возьмешь, что у нас. Пригодятся. Я думаю, что когда будем продавать по назначению... Ко мне? Ко мне вопрос? Я только зашел, ребят, вы что-то уже какие-то вопросы. Подождите. Сейчас чуть-чуть мы попродаем. И потом уже будем отвечать на все вопросы. У нас, кстати, кончаются вот эти... бинты, поэтому синие, наверное, будем оставлять все-таки. Так, вот этих, наверное, еще скинем. Ставим штук 10, да. Ну, по большому счету, все, наверное. Продать. А это что такое? Какая-то колбаса. Антибиотики какие-то. Интересно. Такое мы еще не видели, с вами не встречали. Ладно. Так, стоп. Все, выход. Пока. Да-да, прощай, прощай. Так, ну здесь мы с вами, наверное, будем разбираться уже чуть попозже. Я хочу просто сейчас обижать все, что здесь возможно, и познакомиться с местными ребятками. Так, отмена. Здесь можно спать, разговаривать, я так понял, с вами нельзя, да? Да, к сожалению. Так, еще бинтик, кстати. Ничейный. Так, ух ты. Здорово. Так. Ну все, я очень счастлив, наконец-то. Все-таки я уже не устаю повторять по 100 раз, что я очень доволен, что мы добрались наконец-то до Скадовска, например, наконец-то до Затона. И мы теперь начинаем наконец-то полноценную игру. Ух ты, а это кто такой? Доктор... Маковецкий, не видите, я занят. Подойдите позже, хорошо. Здорово. Red Bull. Привет, глухарь. Смотрите, они все предлагают нам работу. Мы ее обязательно берем. А ты кто такой? Маркович. Я от Петьки принес абонент плату. Спасибо, спасибо, а то я уже заждался. Нет и нет ее. Еще раз спасибо. Ой, да, тут не хватает. Что за шутки? Хотя нет, все в порядке. Однако я забыл представиться. Сталкеры говорят сберегатель, но я генеральный финансовый менеджер сталкеровского братства на Скадовске. Зовут меня Марковичем. Главная моя функция – приумножать капитал, то бишь куй железо, не отходя от кассы. Проценты... депозиты, ответственное хранение и тайна вкладов. Если вам интересно, обращайтесь. Обязательно, но не сейчас. Во-первых, мне хотелось бы получить курьерские, а во-вторых, меня больше интересует судьба упавших вертолетов. С чего начнем? Насчет курьерских я таки не понимаю, о чем речь. Это нужно было решать с Петькой. А про вертолеты знаю очень мало. Только то, что один из наших новичков спас военного пилота. Ну, где этот сталкер и пилот сейчас, я не в курсе. Однако думаю, что доцент Маковецкий что-то по этому поводу скажет. Он у нас много чего знает, да и Скадовский уже очень давно... Да и на Скадовский уже очень давно... с ребятами местными перетирает. Так что разговор с ним лишним не будет. Важная информация — поговорить с Маковецким. Спасибо за ценную информацию. Маковецкий, это ты, что ли? Только что, по-моему, мы тебя видели. Нет, это глухарь, как-то я перепутал. Так, не ты. Здравствуй, сталкер. Маковецкий, интересно. Слушаю тебя. Да, привет. Где Маковецкий? Не подскажете? Привет, брат. Слушаю тебя. Удачи тебе. Привет. Коряга. Сталкер, хочешь заработать? Нет, у меня сейчас много дел на самом деле. Так что прости, прощай. Слышишь, тут это? У султана, короче, разработки есть. Да ты че? Я подойду попозже, пацанчики. Мне нужен Маковецкий. Как говорится, так ты кто? Добро пожаловать на борт. Это борода. Борода, выключи радио. Сейчас. Ну вот, отлично, спасибо. А то что-то как-то очень шумновато. Ух ты, сок, пиво. Жигулевское. Апельсиновый сок, дефолт. Слушайте, ну ребята подошли с юмором, это очень радует. Так, ну у нас продавать нечего ему, и
знаете что? И время-то наше давно подошло к концу. Я, наверное, здесь еще побегаю, как раз поищу этого Маковецкого. А мы с вами обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть. Всем спасибо, кто меня смотрел. И увидимся чуть попозже. Всем пока-пока.